Каждый соликамец хоть раз, но побывал на сользаводе – уникальный объект деревянного промышленного зодчества, сохранивший всю производственную цепочку получения соли по технологиям 19 века – визитная карточка нашего Соликамска. Поэтому так важно сохранить объекты музея. Сегодня завершается очередной этап реставрации – Александровской рассолоподъемной башни. Перед тем, как реставрационную работу проводить, перед этим было почти полгода. Это изучение, это научные исследования. Полностью брали анализы, что земли, пробы, бревен. Полностью были обследования. И коррозия, гниль, это было практически больше 70%. Реставрационные работы начались с того, что рассолоподъемную башню разобрали по бревнышку. Затем заменили почти весь 16-метровый сруб. Реставраторам Александровской башни даже пришлось использовать технологии позапрошлого столетия. И вот самая тяжелая работа позади. Основные работы заканчиваются внутри. Сейчас идет обработка металлических конструкций. Я думаю, что к концу следующей недели мы уже выйдем отсюда на обработку конструкции, говорю, огнебиозащитными составами и тонировку. Реконструкция рассолоподъемной башни почти завершена. Рабочие постарались сохранить тут первозданность. Ну и совсем скоро жители Соликамска смогут уже увидеть обновленную рассолоподъемную башню. И как планирует Юлия Сырчикова, директор сользавода, официальное открытие обязательно будет торжественным и планируется оно уже в июне. А пока самое главное, что такой уникальный исторический объект восстановлен. Но когда уже сейчас мы видим нашу красавицу Александровскую рассолоподъемную башню, то, конечно, уже и гордость, и радость, что все-таки это совместными усилиями у нас получилось. И благодаря компании «Уралкали» наши дети, внуки будут смотреть и изучать историю уже не просто по картинкам, а уже приходя сюда к нам. Компания «Уралкали» уже не первый раз помогает сользаводу оставаться невредимым временем. Как отмечает Сергей Якутов, председатель наблюдательного совета Музея истории соли, сользавод – это важная часть нашего города. Сегодня этот сользавод является по праву достойным памятником именно промышленного солеварения города Соликамска. Поэтому мы уделяем внимание. 3 года назад мы принимали участие в реконструкции конторы солезаводчика Рязанцева. Сегодня мы ожидаем, скажем так, со дня на день пуск в эксплуатацию Александровской рассолоподъемной башни. В планах у музейщиков полностью восстановить контору Рязанцевых, но не будем забегать вперед, а лишь отметим, что совсем скоро в обновленной рассолоподъемной башне вновь начнут проводиться познавательные экскурсии. Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».